Выдохнули. Пошли двигаться. Раз, вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Понимаете? Плюс вы двигаетесь легко и свободно. Что ты хочешь? Ты работай руками, ты захватывай, Борис. Понимаете? Жалейте партнера, чувствуйте, где у него напряжение. Понимаете, о чем я? Правильно. Ну, видно, что агрессии нет, ничего нет, да? То есть все то же самое, движется. И вот у вас все движения должны наполнены быть хотя бы, чтобы у вас было движение. И хорошо. Понятно? Давайте вот очень-очень не спеша. Ой, даже взяли, дали человеку. Раз, походите вот в этом состоянии. Вдохните напряжение в него. Выдохните в него. То есть вот прям на ощущении поработайте. Что такое напряжение? Что такое расслабление? А у меня было вот так, я не забыл. Давай, тихонько-тихонько, продышитесь, вдох, Лешенька, руками тоже работает.